финики, Меджул дейтс, две упаковки, да. Дальше мои рисинки, пафт браун райс, коричневый рис. Затем соевый йогурт натуральный. Затем кефир, это не мой. Эдамами, это бобы эдамами. Они замороженные, и я их сейчас швырну в морозилку, и потом просто, не знаю, их надо... А, их надо просто разморозить и кушать. Ням-ням. Так. Тофу маринованный. Первый раз купила, попробую, не знаю. А, это моя... Это арахисовая паста в порошке. Разводишь просто в воде, получается как арахисовая паста, только она менее жирная. Видите, 70% less fat. Грибы шиитаки. Помидоры черри. Вот и все. Это покупки. И сейчас надо что-то... Я хочу есть. А, я хочу... Puffed rice. Brown rice. На завтрак. Да, 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 да. Сейчас что-нибудь изобразим. Несколько часов спустя я тут сижу, пью кофе, американо, и пишу курсовую про биотин, это витамин H, еще по-другому называется, в принципе, да, все, ничего интересного, а еще перекусываю вот этими орешками, тут всякие изюмки, орешки, все такое. Так что я, кофе, курсовая и орешки. Вот, на самом деле курсовая очень интересная. Нам нужно написать про один витамин и один минерал, его функции, дефицит, где можно взять, в каких продуктах питания брать, supplements, то есть добавка каких-то, токсичности этого витамина и все такое. Короче, очень интересно. Еще съем одну печеньку, вот такую. Это с предыдущего видео рецепт. Шоколадно. Апельсиновые печенье. Это просто... Ох, это очень вкусно. Ням-ням. Если вам интересно, я ссылку на видео, рецепт оставлю внизу. Всем привет! Итак, сейчас я буду делать ужин. Я очень-очень-очень голодная. Я хочу сделать... Последние несколько дней мне очень нравится жарить баклажан в приправе... Маруся, да. Люба. Баклажан. Последние пару дней мне очень нравится жарить баклажан в... Маруся, да. Люба! Последние пару дней мне очень нравится жарить баклажан в соусе карри. Ой, в соусе, а в приправе карри. Сейчас я это пожарю. И сделаю салат. И сделаю заправку для салата из авокадо. И покажу вам, естественно. Люба, уйди! Вот нормальный человек? Я разговариваю с людьми, блин. О, с людьми это камера? Нет. Я разговариваю с людьми. И да, я сделаю, значит, из авокадо дрессинг, заправку, и я вам покажу. Люба, ну...
Так, вот я нарезала баклажанчики такими кругляшками, потом наполовинку. Сейчас это все на сковородку и посыплю карри. Для салатной заправки я использую половинку авокадо, укроп, петрушку, сок половины лимона. Упс. И где-то пол столовой ложки горчицы дижонской. И еще добавляю нутришнл ист, деактивированные дрожжи. Мои любимые. Добавляю еще немножко соли, розовая гималайская соль. Теперь надо все хорошенько перемешать. Можно использовать руки. Разрешается. Делаем массаж листиком. Листья любят массаж. Тут у меня шпинат и айсберг. Салат. Вот. Может быть кейл, но кейл у меня закончился. Вот так вот листики пропитались заправкой. Вот баклажанчики с грибами. Ням-ням-ням. Все, просто сюда высыпаем. Я хочу попробовать дрессинг. Мне кажется, что он получился очень даже nice. Лиза, не дуй на салат. Он холодный. Очень-очень nice. И знаете что? Я поняла, что я соскучилась по петру, по укропу. Я очень давно не ела укроп. И он дает всегда очень классный привкус. Укроп, петрушка, авокадо, дижонская горчица, и нутришнл ист, и соль, и лимон. Даже пахнет. Окей, баклажанчик. Мой любимый. Кайф. О, да. Почти человеческий ужин. Не почти. Кстати, вы знаете, что шиитаке можно есть сырыми? Баклажан навряд ли. А шиитаке грибы можно есть сырыми. И они, кстати, не хуже, чем готовые. Шиитаке — это одни из самых моих любимых грибов. И они одни из самых, кстати, полезных. Кстати, кто-то из вас спросил, почему я ем стоя. Я обычно не ем стоя, просто мне так... Тут, короче, мне просто нравится. Я именно когда пробую, я обычно вот так вот с камерой с вами разговариваю, а потом я иду, сажусь на стол. Я не знаю, просто мне как-то так удобнее. Камера стоит прямо возле плиты, и я сразу так пробую, и с вами общаюсь. Ну все, ребят, спасибо, что были со мной, спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Очень интересно. Попробуйте вот такую заправку для салата. Очень интересная. Все. Я вас вижу в следующий раз.